Здравствуйте, с вами Руин и новости по игре Lord of Heroes. 7 февраля произойдет очередное обновление игры. График обновления пока такой. 7 февраля с 6 утра до 9 утра по московскому времени. Рассмотрим содержание обновления. В архивы будут добавлены новые комментарии. Наконец-то в игру будут добавлены комментарии, а то лично мне на ночь почитать уже нечего. Список героев вы видите на экране. Это Темная Хельга, Розанна Огонь, Джошуа Огонь, Ванесса Огонь, Хельга Огонь, Вальтер Воды, Люмия Воды, Астрид Земли и Аслан Земли. В игру будет добавлен новый герой Рашат Стихии Вода, класса Воин. Приобрести его можно будет за 3 миллиона известности. В данный магазин добавят Розанну, стихии огня, класса штурмовик. В ее пакет входит экипировка, камень улучшения навыков и прочее. Произойдет коррекция алхимии. Будут добавлены артефакты Розанны, огня и Рашада воды в магазин алхимии. И по традиции произойдет обновление событий. Событие улучшения снаряжения. Получайте награды каждый день за улучшение своего снаряжения. Период событий с 10 февраля по 13 февраля. Событие траты энергии. Получайте награды за использование энергии. Период событий с 16 февраля по 27 февраля. Событие сражения в Колизее. Период событий с 21 февраля по 7 марта. Сражайтесь в Колизее каждый день и получайте различные награды. Награды не такие уж хорошие, чтобы за них сражаться. Событие Вознесения обелиска. Период событий с 17 февраля по 20 февраля. Различные награды будут доступны в зависимости от количества сыгранных матчей в обелиске. На этом сегодня все. Да пребудет нам побольше интересности в игре. Всего доброго.